Вот такой вот утенок. Он выглядит вот так вот. Вот такой вот клюв. Вот такие вот у него очень, очень у него вот такие вот. Клюв у него вот такие вот. Вот такие у него живот вот. Живот у него, короче, такой. Клюв у него, глаза. Вот. Чтобы лучше смотрелся клюв, покажу. Сбоку у него вот. Ну, то, что сбоку оно отсвечивает, поэтому плохо видно, но... Тут такое желтое сделано, как... В общем... Перья вот. Пороту. Щека, короче. Вот. Тут тоже так же. Живот у него желтый, поэтому долго рассматривать живот, как и вот эту часть головы, не приходится. Вот. Сверху у него на голове хохолок. Вот. А вот тут вот все гладко. Это не потому, что мутно, а потому, что оно отсвечивает. Оно все желтое, поэтому... Кажется, что мутно или что-то еще в таком роде, но хохолок у него смотрится хорошо. Вот тут немножко цвет клюва покрасили хохолок, поэтому кажется, что он грязный или что-то такое, но это цвет клюва покрасили хохолок. Он головой может крутить вот в разные резни боки, может в разные головой крутить, короче, головой в разные стороны может вот. Ось. Вот так вот. У него сбоку ось такие крылышки. Вот тут. Вот. Так он красиво смотрится спереди. Вот. Ну и с другого боку. Вот. Тоже так смотрится красиво. У него вот такая вот спина. Ничего не могу сделать. Спина пока это тоже блестит. Поэтому так. Хвост. Такой вот. Вот такой вот хвост. Я не знаю, то ли что-то видно не то, временами то ли. Мутно просто, ну. Хвост вот такой вот хвост. Нижние лапы у него. Вот. Детально вот. Такие вот лапы у него. Вот это у него не сперштату дырки, это пищалки. Пи-пи-пи-пи-пи. Вот, так что лапы у него. Не просто вот. Так вот, сейчас. Когда нажимаешь на лапы ему. В общем. Пищит. В зависимости от того, где и как нажимать. Чтобы какие дырочки прикрывать, так он и пищит. Тут вот дырочек много, но это плохо слышно на видео, поэтому тут говорить как бы конкретно не буду об этом. Вот. Ладно, у него вот так вот нажатые, вот так они отжатые. Вот. Если медленно нажимать, то не будет он пищать вообще. Лапы, вот. Сделаны вот так вот, поэтому подписывайтесь на канал. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. Ну, можно, конечно, поставить и дизлайк. Такое тоже бывает. Спасибо всем за просмотр. Это вот такого красивого, милого утенка.